1%. Это считается более 1%. Все. Калькулятор плохо считает? На своем разделе. На огороде печати нет. Какой калькулятор? Мало. Он здесь лежал. Мое. Он здесь лежал. То есть я это писал не больше. Тем более. Давайте они с вами не узнали жалобы. Давайте вернемся, я тоже согласна. Мы можем еще сделать. Так, да, ну я ответа не получила, Александр, так нельзя. Скажите мне, пожалуйста, 28, это больше 1%, должны были ставить по функционалу? Я вам отвечаю, я не В законе написано четко, если более 1%, значит на обороте, на каждом бюллетене должны проставлены печати реквизиты УИП, номер УИП. Констатируем факт. А то, что все, выборы признать недействительными. Это ваша просительная честь. Я могу процитировать президента о коррупции. Моя обратительная часть. Вообще не надо. Я прошу признать голосование досрочно недействительным, так как из бюллетеней, которые в стационарной урне, нельзя определить, какие они досрочные, недосрочные, какие люди проголосовали в помещении, значит, они недействительны, и также вследствие выборы признать на 522 участке недействительными. Так, Елена Александровна, так, Людмила Алексеевна, поясните, при опускании документов по досрочному голосованию Ильюшина Татьяна Федоровна присутствовала? Нет, она пришла утром, сказала, что я здесь, и ушла на другую участок. То есть личного присутствия Татьяна Федоровна при досрочном? Поэтому я вызвала свидетеля, который был, Лидия Инариетовна, соответственно.